В Нур-Султане вновь ужесточают карантин. На этот раз из-за ухудшившейся эпидобстановки в мегаполисе принято решение сократить режим работы торгово-развлекательных центров. С понедельника они будут работать с 10 утра до 5 часов вечера. Это коснется и фудкортов, а также любых игровых площадок на территории ТРЦ. В субботу и воскресенье эти объекты работать не будут. Даже при размещении в здании торговых центров пунктов массовой вакцинации против COVID-19. Доступ в ТРЦ, как и прежде, осуществляется с помощью проекташек. Рестораны, кафе и кофейни, независимо от месторасположения, в том числе на открытом воздухе, в будние дни будут работать только до 12 часов дня при условии заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест. Участники проекта «Ашок» смогут работать и в выходные, но только с 7 до 5 часов вечера. Салоны красоты и фитнес-центры будут работать только по будням и до 5 вечера.